Света очень хотела иметь собаку, но Катя не разрешала. Да, давай заведем песика. Нет, у меня аллергия на собак. Пожалуйста. Никогда. Света пришла к старухе. Чего тебе? Я так хочу собачку, только чтоб не лаяла и без шерсти, и вообще невидимая, чтоб Катя не узнала. Есть у меня такая. Держи, только заботься о ней, да мясом корми. Стой, ты, главное, ее никогда не фотографируй. Поняла? Да. Света счастливая пошла домой. Кушать! Она была так рада новому питомцу. У меня есть собака. Мясо давай. А, точно, старуха же говорила мясом кормить. Света очень хотела собаку. И чтобы Катя не догадалась, Света купила у старухи невидимого пса. Назвала ее Муська. Муська, ко мне. Хорошая собака. Ты с кем говоришь? Я думала, ты ушла. Ухожу. Меня словно кто-то лизнул за руку. Катя ушла. Муся, иди кушать. Прожорливая. Моська, Моська, ко мне. Пошли на улицу. Света вызвала лифт. В лифте ехал сосед сверху. Спустя 3 минуты. Ты говорила не кусаться. Однажды Света играла с собакой на улице. Готова? Принеси. И Муська послушно приносила палку. Ай, молодец. Катя возвращалась в магазин и увидела Свету. Это что за дела? Что, она вообще странная? Катя сфоткала Свету, посмотрела на фото и обомлела. Света, Света, а ну сюда, быстро! Да, у меня есть собака, она без шерсти не лает. Смотри! Вот тебе и Муська. О-о-о!